Так, приветствую всех. Такое прекрасное утро, такой прекрасный луг за моей спиной. Там находятся две деревни, действующие сейчас на данный момент, но старые. В них находилось меховое производство при царе Горохе. Здесь на краю поля были огороды. Ну и, видимо, часть домов здесь стояла. И через него, соответственно, уходили дороги на деревни, которые вот там, за лесом. В принципе, там я не уверен, что они даже сейчас есть. Потому что вот там, да, не точно урочище. А вот это может быть действующее. Не знаю, потому что закат туда такой уверенно идет. Может быть, там кто-то живет еще. Вот. Сегодня последний день нашего длинного трипа. Вот. Потом поедем мыться, отдыхать. Ну, а на данный момент сейчас здесь походим, посмотрим. Времени немного. Солнце в зените встанет, будет жара. Забыл хабарницу в машине. Такую вот штуку нашел. Как говорят, когда не знаешь, что это, значит, это конина. Пойду схожу, пока недалеко ушел. Первый нормальный сигнал после конинки. О, старообрядчик. Маленький, целенький, симпатичный. Вот ребята ходят. Там дорога в лесу идет. Тут, походу, она все-таки по навигатору там, в лесу, который совпадает с Минде. Здесь были огороды. Ближе к линии электропередач. Я вот такую штуку тут углядел в поле. Камни навалены. Сейчас подойду, посмотрю, что это такое. По дороге к ней первый зеленый кружок. Мыть нечем, но по форм-фактору похоже на деньгу. Так, у Димыча зачетик. Серебряный. Серебряный, да. Ух, красавец. Такой вот. Кружочки у нас какие-то. Это советский где-то? Да нет. Нет. Не похоже. Да, хотя, я его знаю. Вот такая штучка. Команда к сигналу. Первую чешуя с этого поля. Димка там хорошо долбит этот уголок. Деньга у него еще сейчас там какая-то была. Ну ладно, мы покажем. Такое надо снять. Здесь никогда не находили. Вот здесь ходили очень-очень давно и нашли здесь глубокий закопанный клад от иконы, разбитый, видимо, плугами. Но это было на заре. На заре. Это московская. Что там? Московская. Это уже... Покажите. Поздно. Покажите флешечку. Ой, хорошая. Так, перевернуть. Не, ну это понятно, наверное. Копейчик. А текст покажите. Где оно? Михаил Федорович, по-моему. Ну да, это после просто. Да. У кого это? Жбонечка, Банечка. Там, наверное, сумки. Похерится. Еще одна чешуйка, на этот раз медная. Убитая. Но это как всегда, в общем-то. А, ой, господи. Писька, блин. Две надо мыть. Что там мыть? Потом, по-моему, ладно. Еще одна гирька поломанная. У меня... лысая чешуйка. К сожалению. Так, как чертится? Она мертвая. Да, медь здесь, конечно, ну, это вот копейка 30-го года. Копейка, бог с ним. Ух ты, ё-моё. Ух ты, какая! Конечно. Ты посмотри, как он ухватит.
Не наметно. Ради уления сахара. Что бы вам снять? Поехали. Давай я поеду. Я поеду. О! О! Сыгру попросили. Обалденно. Ребят, такая находка интересная попалась. Сейчас я встану как-нибудь поудобнее. Подскажите, откуда он может такой взяться? Сейчас накладка. Приближусь, какой? Да. Смотрите, какой. Прям накладочка. Он отломанный, я не пойму. Ну, не знаю. Очень необычно. Товарищи, подсказывайте. Я даже, я даже понять не могу, откуда он мог так отлететь. Короче, коп сегодня пока продолжается, погода испортилась, солнце в облаках. У Димыча две находки прикольные. Прям рядом. Медалька. Ну, пока непонятно. И крестик. Вот, все рядом. А я говорил. А вы не верили. Ну там и банк вам попал. Ну это суетое. А вы знаешь, сколько здесь банк, как вошли? Прикольно. Так и идем пока по накату туда, в сторону деревни. Сохран здесь, конечно, у медиа, у советов вот у этих вот у рамочных. Полный трэш. Зато всякие интересности попадаются. Идем, идем. Раз. И очередная чешуечка. Чья, не знаю. Скажешь, Петровская. Димыч продолжает ставить эксперименты на клещах. Он вниз пошел, он такой бухой. Долго ходит. И хрен с ним. Короче, крестик у меня. Большечный. Поряд. Так, чешуйка там у нас. И следующее. Это просто серебро. Ну, у меня такой сумме было. Ну да, такой же. Переехали походить на песочек. Сюда у нас часик еще остался. Советик, 46-й год. Икс. Продолжаем продолжать находки собирать. Радоваться. Убитая? Почему? Копейка Николаевская. Господи ты, боже мой, вот песок. И что? Одна монетка появилась к нам на светку. Пружка. Убитая или непонятно? Непонятно. Ну, конечно, не в сохране. Это вам не бор. Итак, нагулялись. 11 мая, лазим, считай, с первого, да? Много интересного набрали. Все это вы видели, все эти наши чудесные похождения по Белозерску и Ярославской области. Традиционные, весенние. Вот. Сегодня ночью пилим в Москву. Горевать. По ненайденным кладам. По ненайденному золоту и серебру. Шучу. Через неделю опять куда-нибудь выползем. Отчетик небольшой сегодняшний с утра. Я покажу. Что у нас там? 5 чешуек. Вот это хорошее. Потом похож на Николая Чудотворца откуда-то. Ну понятно, советики, крестики поломанные. Ну и серебряный зачетненький. Эти два. Медальку. Медальку замочим, потом прочитаем, возможно, что там на ней есть. Как-то так. Под цвет черемухи душистый. Всем пока.